Так, 16 тысяч хетских солдат стоят лагерем около Кадеша. Но не ясно, зачем. Хетты хотят пересечь границу. Это очевидно. А зачем еще им там торчать? Уверен, они ждут нашего вторжения. По нашим сведениям, они полагают, что мы готовим нападение. А это не так. Вот чего я не хочу, так это сидеть здесь и ждать, когда армия хеттов появится возле стен дворца. Идемте. Что говорят внутренности? Они ничего не говорят. Они намекают. Тут все зависит от толкования. Тогда толкуй. Победим мы, если нападем первыми? Да или нет? Это не ясно. Но ясно другое. В битве спасут предводителя, и спаситель займет его место. Потроха должны также сказать, что мы откажемся от здравого смысла и будем руководствоваться знамениями. Великая Сехмет, фараон пьет в твою честь и молится о победе над хетами у Кадеша. Когда придет твое время, первым же приказом прогони ее. Прогоню. Не знаю, почему отец не делает этого. И, кстати, если увидишь, что в битве мне угрожает опасность, скачи в другую сторону. Я серьезно. Глядя на вас, я все еще вижу мальчишек, выросших вместе, как братья. Если почему-либо вы забудете об этом, пусть они напомнят вам. Они подходят для конного поединка, и не слишком длинные, не споткнешься. Это его. Мой у тебя. Верно, я так и хотел. Чужой меч для защиты чужой жизни. Обещайте это помнить. Всегда. Вот! Отправь отряд Амон на север, отряд Ра в центр, Птах на юг, а Сутех будет в резерве. В резерве? Да. Мы должны сосредоточиться в центре. Сосредоточься на махании мечом. Оставь команду.
Моисей, что там произошло? Ничего. Военачальники говорят то же самое. Они мне лгут. Я устал от этого. Рамзес думает, что-то произошло, но ничего не было. То есть? Верховная жрица. Ее пророчество. Она сказала, что не видит, кто победит. Я о другом. Предводитель будет спасен и... так далее. Ты спас моему сыну жизнь? Да. Сядь. Одного спасибо недостаточно, но... спасибо. Я знаю, ты не веришь в знаки и пророчества. Но я верю в них. Я уважаю веру. Но это чепуха, не имеющая никакого смысла. Потому что ты не мой сын. Да. Ты не можешь наследовать мне. Обычным способом. Никаким не могу. Никаким из вообразимых. Ужасно говорить так о своем сыне, но... я больше верю в тебя. Колесницы хеттов прорвали нашу оборону и пошли в наступление. Меня окружили враги, рядом не было ни военачальников, ни простых воинов, ни щитоносцев. Мне предстояло вести отчаянную борьбу за жизнь. Но благодаря помощи богов я одолел нападавших и присоединился к отряду Ра. Остановись! Ты ничего не хочешь сказать? Нет. Продолжать? Нет, я все понял. Что дальше? Пифон. А что там? Ситуация с рабами. Хорошо. Рамзес. Что? Отправляйся туда, во всем разберись и составь отчет. Я. Ты будущий правитель. И должен проявить интерес. Что еще? Я поеду к наместнику. Нет. Я поеду. Это не по рангу. И тебе тоже. Я поеду. Рамзес, давай забудем о том, что произошло. Если бы ты был на моем месте, я бы тоже спас тебе жизнь, Моисей. Я знаю. Я знаю. Отменный бросок. Даже если боги направляли твою руку. Немного яда в крови – это хорошо. Менее опасным становится следующий ядовитый укус. Даже укус моего отца. Добро пожаловать в Пифон. Вы привыкнете к запаху. Наместник, судя по всему, ни в чем себе не отказывает. Немногие готовы выполнять эту работу. Определенный уровень комфорта необходим, чтобы не падать духом. Знаете, в чем проблема? Люди стали слишком долго жить. С каждым годом смертность все больше отстает от рождаемости. А эти люди
плодятся, как кролики. Разве это проблема, увеличение рабочей силы? О, нет, разумеется, нет. Это, конечно, хорошо для экономики, но до определенного момента. Но когда они жаждут твоей смерти, тогда это проблема. Поэтому либо я получу больше солдат для поддержания порядка, либо начну сокращать стадо. Если начать убивать людей только лишь на основании этой сомнительной теории, то можно вызвать как раз то, чего хотелось бы избежать. Тогда дайте мне больше воинов. Поговорим с ними. Зачем это? Я понял, что вы боитесь мятежа. Выясним, насколько оправданы ваши опасения. Поговорив с ними? Посмотрев на них. Когда я буду говорить с ними. О человеке можно многое сказать, если смотреть ему в глаза. Позвольте мне сказать вам кое-что о евреях. Это агрессивный, коварный народ. Знаете, что означает израильтянин на их языке? Да. Тот, кто сражается с Богом. Тот, кто борется с Богом. Это не одно и то же. Я, возможно, не так образован, как вы, о чем вы напомнили мне. Но я ежедневно имею с ними дело. Я знаю, о чем говорю. Вам не обязательно идти, я пойду один. За что он наказан? Он неисправимый смутьян, мой господин. Почему же он улыбается? Он говорит, что не чувствует боли. Тогда зачем же бить? Должен вам сказать, что собрал вас не случайно. И я хотел видеть старейшин. Скажите, о чем вы молитесь? О том, чтобы снова увидеть Ханаан. Ханаан? Снова? Вы не видели его. А я видел. И я знаю, что там живут племена свирепей египетских воинов. Так что вы туда не пойдете, а пойдете, сгинете. Бог говорит другое. Какой именно? Ваш Бог? Бог Авраама? Который говорит, что вы особенные? Что ж, я скажу вам. Иди сюда. Встань. Подойди. Он ошибается. Вижу, я не убедил тебя, а это очень плохо. Поскольку за неразумными верованиями лежит фанатизм, а за ним волнение, а за ними и бунт. И все это начинается со старейшин. Как твое имя? А твое как? Я скажу тебе, я Моисей, сын Бити, внук Харемхеба. Запишите его имя и всех остальных, и приведите следующую группу. Меня зовут Навин. Господин! Пусти! Вам кое-что хочет сказать старейшина, но не здесь. Где и когда? В молельне вечером. Вот. Вижу, ваше приключение закончилось благополучно. Извините, что снова заставил вас ждать. Я не жду. Как прошла ваша встреча? Хорошо. Видели этот сброд? Угу. Скажите, вам понадобятся еще какие-либо из моих записей до вашего отъезда? А скажите вы мне, скажите, было ли об этом доложено в Мемфис? Одобрено ли это? Есть ли подтверждающие записи? Конечно, записи есть. И вы не против проверки? Конечно, я не против. Но я не понимаю, что случилось. Я чем-то не угодил вам? Если так, смогу ли я исправить это?
Перестаньте жить как фараон. Вы им не являетесь. Бог обещал, что мы вернемся туда, в цепях или в гробы. Свободными людьми, в землю, где течет молоко и мед. Могут они подождать снаружи? Мы не опасны. Ждите снаружи. Ты веришь в совпадение? Не более, чем в остальное. Я думаю, это не оно. Что это? Твой приезд в Пифом. Зачем ты приехал? По делам. Садитесь. Кто твой отец? Имя ты не знаешь. Знаешь только, что он был военачальником фараона. Имя твоя мать не назвала. Я вижу, тебе это неприятно. Но это тебя заинтересует. Никакого военачальника не было. Женщина, которую ты называешь матерью, не имеет детей. Ты родился рабом. Не уходи, не уходи. Тебе же лучше, если я уйду. Не ухожу. Если сейчас уйдешь, то еще вернешься. Ведь ты знаешь что-то не так. Ты это чувствуешь? Прошу. Всем выйти. Идите. В год твоего рождения было пророчество, что наш предводитель родится, чтобы освободить нас от оков. Из Мемфиса поступил приказ убить всех новорожденных еврейских мальчиков. Твои родители не стали дожидаться этого. Они решили рискнуть. Так был хоть какой-то шанс. Они отдали тебя твоей сестре. Она принесла тебя в корзинке на берег реки и пустил ее по воде. Она знала, что там совершает омовение дочь фараона, Бития. Бития взяла тебя и твою сестру, Мириам, как служанку, и воспитала тебя, как сына. Она, вероятно, даже любила тебя. И поэтому скрыла от всех правду. Ты еврей. Правду. Правда в том, что это не очень хорошая история. Но мне говорили, что ваш народ – отличный рассказчик. Эй, раб! Эй!
Вам нужна награда за эти сведения? Наша награда — быть полезным тебе. Но если ты хочешь нам дать еще что-то помимо этого, мы не откажемся. Я вас награжу. Я вам сохраню жизнь. А? Это лучшая из всех наград. Людишки. Сиди еще меня. Может, еще. Прошу вас, уйдите. Пожалуйста. Как все прошло? Мы можем поговорить в другой раз. Нет, сейчас. Хотя бы в качестве отдыха от засилия лекарей с мрачными физиономиями. Садись. Мы внимательно изучаем городские архивы. Этот человек точно казнократ. Он... Печальный парадокс, к сожалению. Жаждущие власти лучше всех пользуются ею, но хуже всех ей служат. В чем дело, Моисей? Вы болеете? Тебя еще что-то тревожит. Я это вижу. Нет, больше ничего. Да будет дух твой живым и молодым, и да защитят тебя боги каждое мгновение твоей вечной жизни. Тебя левее. Еще, еще, еще. Вот так. Она высокая. Статуи должны быть такими. Это символы? Символы чего в данном случае? В этом и во всех. Власти. Говори вслух, что там? Прибыл наместник Пифома. Он ждет у входа. Но ему не назначено. Пусть возвращается в Пифом. Нет, 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 нет. Мы должны этим заняться. Приведите. Если пришел просить милости, то ничего не выйдет. Арестуйте его. Постойте, пожалуйста. Могу я хотя бы ответить? Умоляю вас. Это в ваших интересах. Только покороче. Я скажу, но только фараону. Мой совет, чтобы он и другие военачальники оставили нас. Серьезно? Это твой совет? Но ты не его советник.
Советник не я, а вы. Да. Моисей. Моисей. Всем, кроме наместника, выйти. Ужасная новость. А вот и ты. Итак, наместник, ты не арестовал его? Ты не последовал совету главного советника? Сначала он сообщил про нападение на надсмотрщиков, один из которых выжил. Но я сказал, что мне плевать. А затем он поведал мне просто невероятную историю, полученную из очень надежных источников. Он признался, что это были еврейские шпионы. Ты знаешь, о чем я говорю? Да. И что ты думаешь? Это оскорбительно. И я думаю, что это нелепо. Да. Да. Да, ты вдруг еврей. Я сказал, как можно поверить в эту историю? Никак. Нельзя. А вдруг я рискую, не веря в это, Моисей? Как мне быть? Битя! Мама. Этот человек казнократ. Мой сын об этом узнает, не ты. И сообщает твоему отцу, который повесил бы этого вора, если бы он не был при смерти. А ты веришь его жалкому вранью? Я всего лишь хотел услышать правду, а не гневные тирады. Обсуждать эту клевету значит придавать ей значение. Я не собираюсь. Отвечай на вопрос. Да или нет? Я с тобой говорила. Приведите! Приведите ее! Срочно! Мириам, иди сюда, сядь. Итак, я задам вопросы, которые покажутся тебе очень странными. Я хочу, чтобы ты ответила на них честно. Откуда ты знаешь Моисея? Но тебе это известно. Я помогала растить вас обоих. Ты не его сестра. Конечно, нет. И ты не еврейка? Нет. Положи руку на стол. Рамзес, не будь идиотом! Рамзес! Я не с тобой говорю! Я говорю с ней! Положи руку на стол. Спасибо. Рамзес, не стоит это продолжать. Думаешь, не стоит? Нет. То что? Не стоит это продолжать. Ты хорошо подумал? Убери руку от меча, слышишь? А может, ты ответишь на этот вопрос? Тогда я продолжу. Мириам, я спрошу еще раз. И если ты опять ответишь «нет», я извиняюсь за то, что произойдет. Ты его сестра? Нет. Да! Да!
Тебе не нужна причина, чтобы убить его, хотя она есть. Это измена. Почему измена? Но он же признал это. Неправда, это не признание. Он просто не хотел, чтобы ей отрубили руку. Я видел его глаза. Он не верит в эту историю. И я не хочу верить. А ты хочешь верить, так как для тебя это шанс изгнать его. Ты об этом мечтаешь. Его не надо изгонять. Надо убить. Это произойдет там, где он окажется. Хиан, дай мне поговорить с матерью. Да, да. Подойди, Мири. Не каждый стал бы защищать служанку, которая ничего не значит для него. И уж, конечно, никто из этой семьи, включая меня. Я бы не сказала то, что он хотел услышать. И она тоже. Вот как мы тебя любим. Это неправда. Правда. Он был на тебе, когда я принесла тебя к реке. Я сняла его по понятным причинам. Это ты. Это связь между тобой и нашей матерью. Твоя сестра спасла тебе жизнь. Теперь ты спас ее. Моша. Мне жаль, господин. Мэйзи! Мэйзи!
У меня нечего взять. Мой конь умер. Мы пришли не за конем, Моисей. Ты смущаешь его. Я не хотел этого. Как мальчик может расти, не веря ни во что? А разве плохо расти, веря в себя? Это моя вера. Я знаю. И его тоже. Я понимаю. Он все сам решит, когда вырастет. Да. Как ты. Он уже почти как я. Помоги! Кажется, нога сломана. Это не страшно.
Что ты сказал? Кто ты? Кто ты? Я пастух. Я думал, ты воин. Мне нужен воин. Зачем? Сражаться. Зачем же еще? Сражаться? За что? Я думаю, ты знаешь. Ты должен увидеть, что происходит с твоим народом. Он не успокоится, пока ты не сделаешь это. Или они, по-твоему, не люди? Кто ты? Я сущий. Я сущий. Ты ударился головой. То, что ты видел, вернее, думаешь, что видел, последствия этого. Буря. Буря началась до того, как я ударился головой. Это была не буря. Хорошо, хорошо. Хорошо, буря точно была. Что-то другое. Это было что-то другое. Но мальчика ты не мог видеть. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Потому что Бог не мальчик. Но тогда как он выглядит? Опиши его мне. Опиши его такому, как я. Ты понимаешь, что говоришь? Да. Это похоже. Это похоже на бред. Да. Да. Ты должен успокоиться. Да. Я должен тебе сказать. Я должен тебе сказать, я не был полностью честен с тобой. О чем ты? О том, кто я такой. О том, что я сделал. И кем я был. И что я чувствую. Что в отношении меня? Нет. Тут я всегда был честен. Отдохни. Поспи. Не бросай меня. Нет. Не бросай меня. Сам? Что ты тут делаешь? Ничего. Мне не спится. Ты переживаешь из-за меня? Да. Не надо. Все хорошо. Что это? А на что похоже? Идем. Идем в дом. Зачем тебе все это?
чтобы увидеть тебя снова. Забудь все, и мы не расстанемся. Что это означает? Я знал этого человека. Я уезжаю не навсегда. Мы с тобой еще увидимся. Ты веришь мне? Молодец. Никогда не говори то, что люди хотят услышать. Но это правда. Мы еще увидимся. Сохранишь для меня? Герсам. Герсам, посмотри на меня. Что это за бог, который велит человеку покинуть семью? Если ты понял это, я тоже пойму. Я не знаю ответа на твой вопрос. Я отрекусь от своей веры для того, чтобы удержать тебя. Не трогай меня. Уходи. Иди! Отец, у тебя не найдется молока? Найдется. Откуда ты пришел? Со стороны моря. Это был извилистый и опасный путь. Спасибо, отец. Вижу.
Я помню тебя. Все так же не чувствуешь боли? Присмотри за лошадью. С возвращением. Аарон, твой брат. Ифамар. Ифамар, это твой знаменитый дядя Моисей. Он был египетским принцем. Все хорошо. Со мной все хорошо. Ты спишь так спокойно, мой мальчик, потому что знаешь, что тебя любят. Я никогда так не спал. Говорят, теперь к тебе обращаются Рамзес. Рамзес Великий, верно? Моисей, ты жив? Я рад, что ты жив. Правда? Ты поэтому подослал ко мне только двух убийц? А то мать... Не обвиняй ее! Она хотела твоей смерти. Кто спрятал твой меч там, где ты его нашел? Моисей... Я пришел не забирать у тебя трон. Дело не в пророчестве, которое тебя так беспокоит, а в другом. Я слышал, что ситуация здесь теперь стала гораздо хуже. Дела идут прекрасно. Как никогда, Моисей? Нет. У нас порядок? Порядок. Порядок. Теперь все... Рабы работают. День и ночь я видел собственными глазами. По-твоему, это порядок? Они рабы? Нет, чего даже там? Они такие же египтяне. У них должны быть те же права. Им надо платить за работу. Или... Освободи их. Они не египтяне. Они рабы, Моисей. А чего ты хотел? Они даже не будут знать... Что делать, если их отпустить на волю, как зверей? Не надо называть их зверями! Послушай меня. С экономической точки зрения, то, что ты просишь, весьма проблематично. Я не ожидал услышать. Просто да. Но я также не хочу услышать. Просто нет. Так что ты ответишь? Скажешь нет? Я не говорю нет. Нужно время! Время! Ты наслушался евреев. Я не наслушался евреев. Скажи, с кем ты разговариваешь? С Богом. С Богом? С Богом. С каким?
Вы же не рассматриваете серьезно его предложение? Так это предложение, когда тебе представляют кинжал в голову. Да? Признаю свою ошибку, это требование. Он рехнулся. Он нашел Бога. Своего. Не наших. Итак, я хочу, чтобы... Моисей был убит. Вы поняли? Да. Итак, вперед. И семью тоже. Моисей. Где Моисей? Моисей. Где Моисей? Вот это дом! Моисей, его семья, где они? Это не Моисей! Это не его семья! Это мужчина, его жена и его ребенок, которые на простой вопрос, где Моисей, ответили: мы не знаем. Запомните то, что вы видели, и обсудите дома, стоит ли вам защищать его, зная, что завтра на месте этой семьи окажется другая семья, а через день еще одна, и через день еще одна, и, возможно, ваша. Ешь, используй карту. Держи. Оба глаза открыты! Стрела! Тетива! Блин! Следующий! Стрела! Тетива! Блин! Тетива! Блин! Тетива! Блин!
Еще! Есть два способа ведения войны. Оба зависят от количества воинов. При большой численности врага его атакуют в лоб. Его поражают в сердце. При небольшой численности врага нападают с фланга, перерезают артерию, несущую кровь к сердцу. Линии снабжения армии. Нет. Линии снабжения народа. Их еду, их имущество, их покой. И что это даст? Все. Только народ Египта может вынудить его принять наше требование свободы. Мы должны вынудить их, заставить его сказать «да». Да? Да! Да? Да! Со мной! Готовы! Ты ничего не собираешься делать? Я этого не сказал. Где ты был? Считал твои неудачи. Война на истощение не быстрая. Но так уйдут годы. Целое поколение. Я готов сражаться сколько угодно. А я нет. Мне казалось, у нас получается. Но теперь ты стал нетерпелив. И это после 400 лет рабства. Но разве только я ничего не делал до сего момента?
Я кое-что понимаю в войне. Но если ты не собираешься слушать меня, зачем ты увел меня от моей семьи? Это не я. Это ты. Я не нужен тебе. Может быть. Так что же мне делать? Пока. Наблюдай. Великая богиня Кепхут, я прошу тебя очистить воды нашей животворящей реки. И долго это продлится? Недолго. Но потребуется время. Хватит! Хватит! Сделай что-нибудь! Это просто лягушки. Нет, нет, не пить, не чистить. Вот,
Воды Нила, как мы знаем, содержит определенное количество глины. В этом году ее гораздо больше обычного. Ее несет течение, она оседает в русле, и крокодилы ее взбивают своими неистовыми движениями. Это не только изменило цвет речной воды, но и загрязнило ее, что является губительным для рыбы. Но лягушки, как мы знаем, могут вылезать из воды, если нужно. Что они и сделали? Но и все же им необходима вода. Поэтому, не найдя ее на улицах нашего города, они что? Умирают? Умирают! А затем разлагаются. А затем появляются мошкара, личинки и мухи. А затем... Что затем? Мухи умирают. Говори. Это на иврите. На иврите? Читай. Эти бедствия, дело рук Бога, и они не последние. Будут еще хуже. Необходимо достигнуть соглашения. Это нужно и для вас, и для нас. Значит, дело рук Бога. Вот вам мое предложение! Нормы работ будут удвоены! И вы не будете получать солому для изготовления кирпичей! Возможно, ваш бог обеспечит вас ею! Сначала это потрясло меня, но теперь это не так. Это отражается на всех. Кого ты наказываешь? Что это? Это ты сделал? Не я. Это ты? Что с ним произошло? Мы достигли больших успехов в медицине. Однако есть еще несколько заболеваний, которые нам непонятны. Этим заболеваниям подвержены и животные. Есть предположение, что эти
Болезни часто разносят даже мельчайшие существа, такие как... Мухи. Скажи, ты давно была на реке? Я снова молила богиню Кипхут и еще шестерых богов. Это все. Ты закончил? Я да. Ты хочешь своим отсутствием мне что-то сказать? Хочешь так усмирить меня? У тебя ничего не получится! Наш урожай потерян на площади более 10 миллионов квадратных локтей. Главный интендант предложил, чтобы мы передали часть запасов в общее зернохранилище в качестве жеста милосердия. Ваш народ голодает. Ты хочешь, чтобы я тоже голодал? Нет. У моего народа полно воды. Выживут.
это ты. Моисей. Брат. Ты пришел договариваться? Я готов. У меня есть предложение. Если еще что-то произойдет, я нашлю свою казнь на тебя. Еврейские дети, которые еще не ходят, уже никогда не будут ходить. Потому что я утоплю их в Ниле. Можешь не сомневаться. Говоришь, что это не ты все это сделал, а твой Бог. Я Бог! Я Бог! Вот и увидим, кто лучше умеет убивать. Ты! Этот Бог! Или я? Спасибо, что навестил. Он дал, что ты просил? Пока нет. Но его народ уже начал роптать. А его армия? Начнет. Не согласен. Надо, чтобы стало еще хуже. Я не согласен. Если будет хуже, это уже... Уже что? Что ты хотел сказать? Бесчеловечно? Жестоко? Мне очень больно видеть немыслимые страдания людей, с которыми я вырос. А те люди, с которыми ты не рос, их жизнь ничего не значит? Они все еще не твой народ, да? До тех пор, пока у Рамзеса есть армия, ничто не изменится. Но это похоже на простую месть. Месть? Это после 4 веков жестокой кабалы? Фараоны, мнящие себя живыми богами, просто люди из плоти и крови. Я хочу, чтобы они молили о пощаде! Я уже устал говорить с посланцем! Моисей! Я слышал угрозу Рамзеса. Я тебе скажу, что дальше произойдет. Нет. Нет. Ты не сделаешь этого. Я не хочу в этом участвовать! Спокойно! Пропустите. Хиан. Моисей. Я могу тебя казнить. Вряд ли. Если только сам. Твои воины меня не тронули. Я больше не веду переговоров. Я не для этого здесь. Я пришел сказать тебе, надвигается то, что мне не подвластно, что повлияет на жизни тысяч и тысяч людей, и коснется тебя лично, Рамзес, если только ты не согласишься на то, о чем я тебя прошу, и не объявишь публично об этом до захода солнца.
понятно. Рамзес, прошу, не отворачивайся, послушай меня! Это не имеет отношения к нам с тобой. Все гораздо серьезнее. Речь идет о выживании Египта, понимаешь? Закат. Потом уже будет поздно. Что будет поздно? Береги свое дитя. Особенно сегодня ночью. Беречь. Это угроза? Это угроза? Моисей! Моисей! Скажите всем, чтобы резали ягнят и метили их кровью дверные косяки сегодня вечером. Зачем? Жаль ягнят, если я ошибаюсь. Если я прав, мы будем славить их вечно. Беню? Рамзес! Рамзес! Рамзес!
Takaray. Firavuş. Takaray. Убийца! Бейте у моего сына! Их дети умерли ночью, как и мой. Это твой бог. Убийца детей? Что за изуверы поклоняются такому богу? Этой ночью ни один еврейский ребенок не умер. Все уходите! Уходите! Уходите в Ханаан, если хотите. На родину, о которой вы так мечтаете. Уходите! Как скажешь. Это путь, по которому я шел. Отсюда мы пойдем к Красному морю. Пролив здесь. Во время отлива мы пройдем вброд.
Знаешь, почему ты так спокойно спишь? Потому что знаешь, что тебя любят. Прошу прощения, но если мы собираемся взять в плен 400 тысяч рабов, нам понадобится больше войск. Мы никого не будем брать в плен. Вперед! Надо отдохнуть. Нет. Только когда пересечем море. Моисей! Стой! Рамзес. 4000 воинов. 1000 колесниц. Они далеко от нас? Не очень. Дня 4 пути, если не будут отдыхать. Пролив в той стороне. Самый длинный и простой путь там, вдоль западного берега. Или придется идти через горы. Через горы? Нет. А почему не здесь? Рамзес тоже пойдет здесь. Перевалы слишком опасны, и они очень узкие. Для колесниц Рамзеса. Он не пойдет тут, и мы выиграем время. Что говорит Бог? Говорит горы. А мы пройдем? Вперед! А дальше куда? Ждите. Помоги нам.
не знаю, где я. Не поможешь мне. Не поможешь им. Сюда! За мной! Туда! Уверены? А, да, я уверен. А мы сможем пройти здесь с нашим снаряжением и колесницами? Евреи все оставили. Откуда им было знать? Они здесь впервые. Моисей Мобстер. Сидай! Это прилив или отлив? Неважно. Это ведь не пролив. Нет. Ты хоть знаешь, где мы? Да! Мы в таком месте, где впереди море, а позади вражеская армия! И что теперь? Армия, не армия. Нам нужен отдых. Я всех завел не туда. Я бросил свою семью. Я подвел тебя. Я не тот, кем себя считал. Ah!
Стой. Течение. Оно сильное. Надо переходить здесь. Надо переходить сейчас. Переходим здесь. Переходим здесь. Всем приготовиться! Мы переходим здесь! Скажите всем! Идите! Твои приказы, как удары египетского хлыста. Но мы больше не рабы. Да, но вы и не свободны. Вы забыли о Ханаане, о земле ваших предков. Вы меня наградили своим доверием. Теперь я награжу вас своей верой. Пойдете со мной и будете свободными. Останетесь, и вы погибнете. Ничего не бойтесь! С нами Бог! Вперед! Готовьтесь идти! Идем! С нами Бог! Передайте всем! Мы переходим здесь! Как можно быстрее! Собирайте свои вещи! И становитесь группами! Быстрее! Вперед! Thank you.
Вперед! Поехали! Поехали! Вперед! Йошуа! Аарон! Моисей! Надо уходить! Я!
Уходите! Уходите! Это приказ! Здесь только я. Садись. Моя семья недалеко отсюда. Твоя семья? Моя семья, моя жена и мой сын. Я думал, что смогу убедить их пойти с нами, но, возможно, это было бы неправильно. Они должны пойти. Нам предстоит длинный путь и опасный. И потом, что будет там, если дойдем? Думаешь, нам будут мешать? Мы там чужаки. Придется смириться. Мы огромное племя. Мы слишком огромное племя, и это меня беспокоит. Почему? Так много людей. Это сложно. Но у нас одна цель. Сейчас, да. Но что будет потом?
Рамзес Великий. Спасибо. Герса. Ты сделал, что говорила? Что я говорила? Что откажешься от своей веры? Чтобы удержать меня? Нет. Хорошо. Вера может тебе понадобиться. Кто они? Они мой народ. Что для тебя счастье? Ты. Что самое важное в твоей жизни? Ты. Ты. Когда я покину тебя? Никогда. Мне можно начинать? Начинай. Что ты об этом думаешь? Я бы не делал этого, если бы не был согласен. Это правда. Я это уже заметил. Ты не всегда соглашаешься со мной. Как и ты со мной. Я заметил. Однако мы все еще разговариваем. Но так будет не всегда.
Вождь может ошибиться, но камень — никогда. Эти законы будут вести народ вместо тебя. Если ты не согласен, тогда отложи резец.